Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такую красоту я сегодня хочу вам показать. Посмотрите, какой шикарный двусторонний узор. Причем вот эта лицевая сторона, по-моему, роскошно смотрится. А вот эта изнаночная сторона. Я даже не знаю, какая сторона мне больше нравится. Очень красивый узор, очень-очень просто вяжется. Что для этого узора понадобится? Раппорт. Вы набираете минимум 4 петли. И вяжите минимум 4 ряда, тогда у вас получается вот так вот все аккуратненько. Чтобы у вас рисунок получился на образце или в изделии симметричный, я добавляю к раппорту еще 3 петли слева. Первая идет кромочная, первый ряд. 3 лицевых. Раз, два, три. Накид прямой. Как вязать прямой накид? Кто не в курсе, есть еще обратный накид. Вот в этом видео посмотрите. Там оба типа указаны у меня. Надеюсь, это видео будет полезно вам. И одну петлю снимаю на правую спицу, ничего с ней не делаю, а нитку оставляю сзади. Вот он весь раппорт. Еще раз. Три лицевых. Раз, два, три. Один накид прямой. Одну петлю снимаю на правую спицу, нитка за работой. И три петельки у меня для симметрии. Лицевыми. Раз, два, три и кромочная. Первый ряд готов. Второй ряд переворачиваем. Кромочная. Три изнаночных петли. Раз, два, три. Прямой накид и две петли снять вместе, оставив нитку за работой. Две петли снять вместе, оставив нитку за работой. Придерживаем пальчиком. Опять три изнаночных. Раз, два, три. Одну петлю сделать накид прямой, прижать пальцем. Две петли снять на правую спицу и все. И три изнаночных для симметрии. Раз, два, три. Кромочная. Вот он второй ряд. Первая всегда у нас кромочная. Снимаем. Дальше три лицевых. Раз, два. Да что ж такое, мне нитка расслаивается. Два, три. Дальше. Очень важный момент. Это самый важный шаг в этом узоре, считаю. Видите, у вас три петли. Две из них накид, одна целая. Вы их должны провязать изнаночной вместе. То есть нитка вперед. Вы делаете, но не торопитесь, смотрите. Изнаночную, но не снимаете с основной левой спицы те три изнаночных, которые провязали, потому что вы делаете опять прямой накид и опять их провязываете эти три петли изнаночные. Вот теперь сняли. Еще раз показываю. Три лицевых. Раз, два, три. Есть. Продеваете нитку вперед, продеваете 3 петельки, провязываете изнаночные и не снимаете с левой спицы прямой накид и опять провязываете их изнаночной. Вот такая манипуляция. И 3 лицевых. Раз, два, три для симметрии они и кромочная. Третий ряд. Готов. Дальше четвертый ряд. Все очень просто. Видите, уже выстраивается красота. Четвертый ряд. Ну, кромочная, само собой. Изнаночная для симметрии. И дальше раппорт. Изнаночная. Две петли провязываем с наклоном вправо лицевой. То есть две вместе с наклоном вправо лицевой. Одна лицевая.
Теперь две вместе провязываем лицевое с наклоном влево. Влево. Одна изнаночная. И вправо провязываем вместе лицевой. Одна лицевая. Две вместе провязываем с наклоном влево лицевой. Осталось две петли, вы их провязываете изнаночными. Раз, два, кромочные. Все. Вот, в крупном варианте специально брала крупную нитку, чтобы видеть, что получается. Вот, ну, нравится мне изнаночная больше, и все тут. А вам? Хорошо, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, скажем так. Ну вот. Лицевая. Изнаночная. Красота неземная, а? Согласитесь. И как вы видите, все очень-очень просто вяжется. Ничего здесь нету суперсложного. Все просто, да более и замечательно. Вот смотрите, нитки более крупные. Можно взять еще более крупные спицы. Вот здесь так выглядит. Вот здесь нитки менее крупные. Вот так выглядит. Если вы будете вязать на каких-нибудь тоненьких ниточках, ну, например, вот на таких вот совсем, будет картина еще более изящная. Одним словом, совершенно замечательный узор. Даже не знаю, какую сторону все-таки мне больше нравится смотреть, эту или вот эту. Расскажите, какая вам сторона больше понравилась. И что ж, ну вот и все, мои дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.